всем, ребята, Кентуха на проводе, и я просто сказочно рад, потому что только что вышло обновление 0.16.0, я уже обновляю, ребят, приложение, я всю ночь не спал, я ждал это обновление, сезон номер 3 стартует, просто посмотрите на все это, я уже хочу зайти, хочу поиграть, хочу посмотреть, мне очень сильно не терпится, ну а вы, мои подписчики, прямо в эту секунду поставьте лайк и подпишитесь на мой канал, потому что мы это сделали, ну что ж, дамы и господа, поехали! На GG-стендов вышло летнее обновление, добавили новые кейсики, а также бесплатные подарки, давайте их прямо сейчас заберем. Просто пополняешь баланс и забираешь подарки. Также добавили второй шанс. Что же это такое? С определенным шансом можно повторно открыть кейс и выбить более дорогой дроп. Не забываем про бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду мы получаем еще один бесплатный барабан. Также по моему промокоду ты получаешь еще один очень огромный бонус при пополнении. Все нужные промокоды и ссылки ты найдешь в описании. Я уже вижу новое загрузочное меню, и я просто в шоке, ребята, как же все это круто! Мне очень не терпится посмотреть, что же внутри, что же изменили, что же добавили. Давайте смотреть. Ну что же, это обновление начинается с того, что я получаю новую награду. Это охренеть как круто! И вы посмотрите, новый пас под названием Dragon Rise. Вау! Ну а прямо сейчас давайте более детально ознакомимся со всеми этими скинами. Первое, что я вижу, это новая медалька. Блин, ребята, это очень классно. С вас лайк, подписка, смотрим дальше. Так, очень крутые, наконец-то крутые стикеры. Разработчики, большое вам спасибо, то, что вы хотя бы сейчас добавили реально крутые стикеры. Охренеть, ребята! Вот за это просто лайк сходу. Как же все это круто. Так, смотрим новые скины. Пулемет! М60! Новый пулемет! Новый пулемет! Вау! Вау, вау, вау! Смотрим дальше. Дальше, помимо нового пулемета, вижу новый скин АКР-12. Транзистор! Ни хрена себе! Новый скин на Дигл? Дигл Якудза? Охренеть! Вот это, ребята, пушечка. Просто посмотрите, у нас две арканы. Первый аркан это М60. Вторая аркана это Desert Eagle Yakuza. Я считаю, это очень круто. Дальше. Новый кейс под названием Empire. Ребята, это что-то с чем-то. Я не знаю, это сон, не сон. Просто я хочу себя ущипнуть. А-ха-ха! Это не сон. Так, смотрим дальше. Новый стикер. Стикер Сакура. Дальше мы видим еще стикер Сакура Color. Это у нас аркана. Дальше видим стикер Endurance Color. Блин, ребята, это тоже какая-то сакура. Смотрим дальше, смотрим дальше. Мне очень интересно посмотреть, а какие же все-таки есть крутые легендарочки, арканы. Вау, а что это такое за легендарка-то такая? Я хочу аниме. Я хоть аниме, ребят, не смотрю и ни разу в жизни не смотрел. Но я реально хочу себе конкретно эту легендарку. Так, смотрим дальше. Блин, ребята, как же все это круто. Просто представьте, и теперь каждый из нас с вас сможет купить этот голпас. Мне очень интересно посмотреть, сколько он стоит, потому что я не знаю, какая цена. И в конце этого голпаса мы еще получаем брелки. Брелки, ребята, просто пушечка. Особенно вот этот Golden Dragon или Charms Зен, ну прям, прям сочный, ребят, очень сочный. Так, смотрим дальше, смотрим дальше, смотрим дальше. Что же еще интересненькое мы тут видим? Я вижу еще брелочки, эти белки мы видим. Я хочу пролистать самый-самый конец. Мы получим ножи или нет? Новый нож Танта! Да! Да! Я знал, я знал, я знал, я знал то, что будет новый нож Танта. Я говорил, давайте, ребят, посмотрим. Блин, целых 6 скинов на новый нож Танта. Охренеть, какие они классные. Разработчики, это просто прорыв. Это просто прорыв. Я официально заявляю, разработчики, вы реально лучше. Просто посмотрите, это лучше, что я видел. Охренеть, какие некрасивые. Вау! Ха-ха! Блин, ребят, с вас просто лайк, подписка. Я не могу, я не верю. Так, ребятки, а теперь самое главное, сколько же стоит этот пас? Он стоит 250 гривен, ну, то есть 800 рублей. Поэтому, ребята, я думаю, что можно купить. Однозначно покупаем. Также, ребятки, в главном меню я вижу то, что обнулились звания. Конкретно обнулились звания на соревновательный режим и на режим союзники. Что же это за режим союзники? А режим союзники это тот самый режим напарники. Так, ребята, переходим в интерфейс. Интерфейс тоже немножко изменили, он стал более темным. Но, тем не менее, тоже все очень круто. Захожу в магазин. И сколько стоит Empire Case? Он стоит 100 голды. Охрененимус. А теперь рынок, рынок. Я хочу посмотреть просто ради интереса, что же, ребятки, у нас с вами есть в Furious коллекции. Добавили ли Furious кейс на рынке или нет? Вот просто ваше предположение, но пока что Furious кейс на рынок еще не добавили. Так, ребятки, давайте смотрим более детально. Empire кейс! Вау, как круто, такие классные перчатки. Охренеть, не встать, я хочу. Это новые перчатки. Я отвечать даже не мог подумать, что будут перчатки лучше, чем раньше. Посмотрите, посмотрите на вот это.
Вы серьезно? Вы серьезно? Это просто прорыв. Разработчики, вы лучше. Я клянусь, я думал уходить из стендофа, но я вижу, что у стендофа есть будущее. Ну правда, вот этот АВМ бум, ну это, конечно, полная параша. Так, ну сейчас смотрим дальше. М60 Грэндж, ты что, наш любимый пулеметик, ну куда ж без него? Вау, ребята, просто балдеж, 5 с плюсом. Ну а теперь самое интересное, я попробую немножко поиграть на новых картах. Что это? Что это? Ребята, как этим пользоваться? Я ничего не понимаю. Какой-то режим штурм, режим эскалации, союзники, ММ, тренировка, чего? Почему всего так много? Так, ребят, я создаю лобби, я его закрываю и выбираю для начала режим союзники. Я хочу поиграть на новой карте под названием Сакура. Кстати, да, я же вам говорил то, что на самом деле не будут карты Япония и Сакура, будет всего лишь одна карта Сакура, это просто переименованная Япония. Так, ну что, смотрим на новую карту Сакура. Также, ребятки, пока что можете почитать описание режима союзники. Давайте потихонечку, помаленечку. Я сейчас получу сердечный приступ, потому что мне очень-очень плохо, потому что разработчики. Спасибо вам, мы дождались это обновление, ребят. Выжили, просто выжили, потому что я уже думал реально уходить из стендофа, но я вижу. Что? Что? Вы серьезно? Не, ребята, это уже не смешно. Это уже ни хрена не смешно. Не, вы серьезно сейчас? Это новая карта в стендофе? Обалдеть! А как тут играть? А что тут делать? А как? А что? Зачем? Ёлки-топалки, пацаны, просто посмотрите на все это. Как же все это круто! Ха-ха! Обалдеть, не устать. Не, ребят, просто за это влепите лайк, подписку. То есть, как мы видим, потому что это, ребятки, режим союзники, да, я запустился, потом мы всю карту обойти не можем, но вижу, что там есть план Б, это план А, карта довольно-таки большая. Посмотрите, сколько всяких нычек, я не знаю, это просто что-то нереально. Тут даже можно на крышу подняться. Давайте поднимемся, я хочу. А, не, на крышу нельзя подняться. Блин, ребят, я уже представляю, сколько же тут багов. Ну, а разработчики, как я знаю, все тестировали очень хорошо и очень круто. И, ребята, самое интересное, что за режим напарники, вы тоже можете получить какое-либо звание. Да, ребята, пройти калибровку, получить звание, это очень-очень классно. Вау, как же это круто. Просто я хочу сделать скриншот всего этого, потому что я не верю, мы дождались, ха-ха. У меня только один вопрос. Нам обещали за то, что мы апнем кланом звание, дадут какую-либо награду. Но я почему-то ничего не вижу. Уважаемые разработчики, где моя награда? Я, конечно, все понимаю, но вы награду обещали, обещали. А награда-то где? А награды нема. Награды нема за клановые войны, да? Нема награды за клановые войны. Ребят, пожалуйста, прямо сейчас, если я что-то пропустил, напишите в комментариях. А я прямо сейчас открою. Не знаю, давайте просто откроем три Empire кейса. Мне очень интересно, что же мне выпадет. А прикиньте, мне еще выпадет нож Танта. Я говорю сразу, пожалуйста, ребята, подпишитесь на меня, поставьте лайк, потому что я сниму отдельное видео, в котором я расскажу конкретно про Empire кейс, и я попытаюсь выбить нож Танта. Так, ребят, мне легендарка. С первого же кейса легендарка. Охренеть. Сразу применяем. Давайте дальше. Empire кейс. Блин, ребята, сколько там всего? Еще один пулемет! Ничего себе! Кстати, мне этот пулемет нравится гораздо больше. Я считаю, что он более достоин быть легендаркой, чем предыдущий пулемет. Так, ребятки, смотрим дальше. Блин, теперь надо запомнить название всех этих скинов, елки-палки. P350 Они. Вау, как же это круто! Ребята, я только что обнаружил, что еще есть режим штурм. Ничего себе, сказал я себе. Давайте мы прямо сейчас с него поиграем. Что же это такое? Террористы пытаются взломать секретные архивы и украсть данные о новейшем вооружении. Спецназу необходимо установить контроль над территорией. Ну, короче, грубо говоря, надо замочить всех тиров. Ребята, это очень круто. Еще какой-то новый режим штурм. Чего? Это реально, ребята, самое глобальное обновление, которое я когда-либо видел. Так, вначале мы выбираем наше снаряжение. Ну, давайте, к примеру, я выбираю вот такую, вот эту вот эмочку. И, как я понимаю, нам надо просто-напросто штурмовать здание. Давайте, ребят, просто посмотрим это здание. Я еще заплачу, как же это красиво. Блин, ребята, я в шоке. Пацаны, кто хочет, чтобы я бесплатно вам дал много-много голды, пожалуйста, прямо сейчас на меня подпишитесь, потому что я хотел бы вам подарить 1000 голды. Вот рандомно выберу подписчика по комментариям, который поставил лайк и досмотрел видео до этого момента, и дам ему косарь голды. О, а это мейн с трейлера. Вы помните, конкретно в трейлере показывали вот эту карту. То есть все-таки, оказывается, добавили две карты. Охренеть, ребята. Ну, наконец-то разработчики сделали годное обновление. Блин, разработчики, я вас люблю. Вы реально молодцы. Просто выходите за меня. Обновление вышло очень крутое, ребят. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, ждите скоро новое видео. С вами был ваш Кентуха, всем удачи, всем пока.